Шоколадки. Слушайте, говорят, красное можно кушать. Не знаю, не пробовал. Короче, 5 минут. Мы по 3 минуты. Вот такой Mavic DJI. Какие цвета насыщенные. Едем в Абхазию. Вызвали эвакуатор. Супер место, конечно. Хорошо, что тут отелей нет. Пили форель с сыром и с мясом. Интересное дерево. Идем в сторону рынка. Не знаю, дойдем, не дойдем. Сегодня дождик. У нас небо затянуто. Но тепло. Кактусики молодые. Гранатовое дерево. Перекресток. Стелла какая-то. Эвкалипты. О, надо поснимать. Кипарисы стоят. Безымянная стелла. А вот здоровенное эвкалиптище. Здоровенные, здоровенные. Три штуки. Здоровенные какие. А вон еще там идут вперед, впереди. Галатки. Как у платана. Караф снимается. Он школьный автобус привез детей. Время 8:51. В школу. Ахэчкэ. И вот как мне нравится. Это речка, которую мы переходим, наверное. Дальше утечет. Значит, она налево уходит. Эвкалипты, конечно, пахнут так ароматно. Рядом с ними запах. А там кукуруза, походу. Большая. А? И пальма даже там торчит. Смотрите, товарищи, курма растет. Вон сколько. Зеленая еще. Частушки говорят, красные можно кушать. Не знаю. Не пробовал. Старый мельник. Да, это музей. И да, было объявление «Дом-музей Пицунда». Тут были люди, я смотрел. Блогеры снимали. Вот мельница. Таверна. Тут строится еще вон, или нет? А нет, не строится. Дождик моросит. Улица Молодежная, это вот где кукуруза-то.
тут они короткие, если в сторону горы. А так длинная, горба длинная. А вон инжир, вот этот. Инжир. Вышка тоже сюда приезжает, к школе. Вон, школа тут. Еще раз покажу. Купили хлеба, печенька. Возвращаемся домой. Дождь усилился. Машинку я загнал. Тут спокойнее, пускай стоит. Завтра переменно уже, завтра. Думаю, нормально все будет. О, коляска здесь, уже пришли. Походные условия. Видите, какие мощи делаю. Чищу. Прямо тут у меня помойка, извиняюсь. Ножичком помогаю. Я знаю, что если не раскрылось, нельзя. Но они здоровенные такие, а на плитке не успеешь их проварить. Короче, 5 минут. Мы по 3 минуты. И хватит. Они долго закипают. Некоторые вот открылись. А, это пустая. Уже вытащил. Ножичком своим помогаю. Так, это пока отставить. Вот. Ну, без этого никак. Ноготь себе тоже. Пока их собирал. Раз. Фигачил. Меди я половил там. Решил напоследок половить. Ноготь содрал. Дождь пошел. Все. После дождя вышли мы. Сегодня среда, 14 сентября. Тепло, когда ветра нет. Вообще тепло. Говорят, штиль, посмотрим. Опять солнышко. Завтра крайний день у нас, 15-го. И поедем домой. Подходим к берегу скоро. К центральному пляжу. Народу меньше сегодня. Такой Мавик
диджей. Я его заснял, но я его в боксе снимал, звука не было, сейчас со звуком. Небольшой вообще, вот, вот рука моя, вон какой маленький. А там-то синева опять, вон под соснами-то. У берега-то нормально. Солнышко, а там вот опять посиневшее небо. Уже вон, видите, какое небо. Вода 26. Лена, вылезай. Все попрятались под пирс. Народ-то. Под пирсом. Мужичок рыбу ловит. Там две кефальки ходят. И ласточек полно. Над Кицундой дождь сильный. Вон где свечки стоят. Тут проясняется, но облака почти стоят на месте. Вот, мужичок тащил туда, и обратно почти сразу пришлось ему нести. Ну, полезно физические нагрузки в любом возрасте. Какая красота, смотрите. Тут солнце. Какие цвета насыщенные. И тучи мощные. Там уже затянуло опять. Горы там держат их. Супер. Красиво. Идем в наш магазинчик, где самые низкие цены. В основном дочка лимонадику хочет купить с собой. Возьмем. Еще что-нибудь. А, пельмени на ужин. Природа, природа. Цветет, все цветет, тепло.